Если творец, если человек не чувствует Творца в учебе, что он должен делать? Что ему делать? Конечно же, в первую очередь приблизиться к группе и постараться прилепиться к ним, насколько только возможно, чтобы просто забыл даже о себе. Главное, чтобы отменил себя перед группой. И тогда это наверняка вытащит его из... Вот из состояния, в котором он находится. Еще вопрос по поводу этого. Обычно мы, у нас выглядит так, поезд, и кто-то как прилепляется, кто-то садится туда. Нужно ли дать проверять себе товарищам очень тщательно? Какая-то группа товарищей проверяет, правильно ли он учится, что-то делать неправильно, может быть, в своей жизни? По дороге у нас есть все. И разные проверки и прочее. Должно быть, да? Спасибо.